потому что, типа, когда основную пантеру этого защитника остается чуть-чуть жизни, то отводить босса, чтобы лужа за ним оставалась. Пробовать. Завис? Или это у меня забагалось? Там Бармалюга вылетел. Но он написал Д. Сюда, наверное, а то она сагрится. К Бармалюку там. Ой, не Бармалюку, Базуку. Положиться надо, Миша. Что-то на загривке стоит. Очень интересно, надо пойти посмотреть. Может, это убить ее пока? Сейчас тебя кошка в еблу как прыгнет. А я из-за угла гляну. Одним глазком. Там на постаменку это забралась, забагалась. Там детям будут рассказывать историю про одного очень этого лока интересного. Так уже, блядь. Заебись. Ну, надо падать, мне кажется. Специально выжил. Ты что, можно еще БР дать? Ты видел, да? Можно было отбежать на этого, на предыдущего босса, она бы завыделась. Я не знал, я раньше сказал. Никто на метро не катается, жаль. Это сложный босс считается? В нем больше всего заебывается. Какой? Кошка. Которую мы сейчас бить будем? По-моему, вообще не сложный. Просто, блин, первый раз, когда пришли сюда, нахуевали от того, где стоять нужные карты. Как только поняли, вообще, что там его бить. Главное, чтобы вар знал задачу. Кстати, у нас вара нет. Она не дойдет до сюда, да? Или дойдет? Я просто первый раз не ходил еще на этом сервере сюда. Так далеко не заходил и так глубоко. А ХМ на йоге это если потрындеть с этими чуваками или если наоборот не трындеть с ними?
Извините, ребята, это как вас спросить хотел. У нас перекур, можно перекурить сходить или нельзя? Он оттуда вошлопнуло просто всю пачку, это было забавно. Такое бывает, если ты лицом ее не будешь держать к нам. Нет, то, что через пол карты. А. Красиво. Можно Даларан вайпнуть. Ну, я так понял, уже загреть ее, да? Он сейчас подходит. Достан. Это не то. Вот защитник, блин, я не то. Я могу бить ее в спину? Не-не-не, перед лицом только стой.
У меня щит точно такой же. В плечо такое же, Что мне с ним делать? В две руки и бери два щита, в смысле, блин. Глухая оборона? Сейчас. Хадираж, наверное, да? Его спиной не надо разворачивать? Перед собой же дыхание дает, нет? Там, по-моему, разворачивается на человека и дает. Вот я за спиной стоял, сейчас на меня развернулся, дал. Все, в принципе, похер на таун, так что. Вот а, вот он. Гробики. Станом или просто можно? Я пока не могу прочитать это заклинание. Слева сугроб. Справа сугроб, справа сугроб. Поздравляю. Я, блядь, еще ни разу здесь не был, чтобы кто-то не наступил все-таки. Хотя все тело собирать, что ли? Эти сугробы еще походу. Скажи, они что-то включает кто-то. Ну это ладно, пожалуйста. Снова. Ювелирная. Плачек. Один котик.
Что змеи? Я буду. На Саванде не будет. Если кто-то не будет заранее сказать на сегодня. Сейчас подождите меня, у меня игра крашнулась. Я водить вам надо или можно на одном месте стоять с ним? Или уходить только от твой зон? Вообще тут самый важный вопрос, что такое ледяное дуновение, как от него спасаться, тупо прохило, или есть какие-то другие варианты? Пиздец. Что, сразу спекаться? ОМОН просит по предиссертации. Он прошибает, просто жесть как. В чате рейда просят, типа, объяснить тактику. Переливаешься, не слышу. Потом в какой-то момент появляется большая зона, на нее надо выбежать, потом забежать. Опа, сразу два. Хилам желательно стоять недалеко от костра, появляется грозовая туча, грозовую тучу нужно пробежать по РДД зоне, появляются белые фонари. Столбы такие, в них тоже забегаешь, кастеры сильнее бьют намного, ну и милики, в принципе. Что еще? Ледяное дуновение, это просто прохиливать нужно очень сильно. Стаки накапливаются так же самое, как на Киристразе в Нексусе. Да. Нет, не в Нексусе. Да, в Нексусе. Соответственно, нужно 2 каста дал, побегал, 2 каста дал, побегал. Стаки не сразу скидываются, они скидываются раз в секунду. Потому что если вы набрали 5, то вы 5 секунд будете бегать, чтобы скинуть 5 стаков. Все. Вот столб белый появился. Следите. Выйдите. В столбе это понял. Что, столб подносить, да? В столб становишься, сильнее бьешь. Грозовую тучу пробежать надо.
наших выпьем. Давайте. Можно было даже не спекаться. Или не было этих дуновений просто-напросто. Ты 219-й? Да. Я был сотый в целом. Могу заролить. Я 13-й. Нет. Топ на диване. Ну, нахила давай. Та же история. Ну да, дух скорости это топ. Там этот в воешку упала пушка огнестрельная.
Чё, ХМ не будем делать? Слава. Они разбегаются все, блин, не могу же такой кучей сразу, блин. Один в одну, в другую сторону, другую, в другую. Еще убегают от меня все. Босс объем. Помогите мне, дети мои! Хера себе. Ну, шо, сразу со всей этой самой из локации сбежалась. Да резко бухила. Я думал, если сейчас загрят босса, то сейчас что-то будет, ну, или это случайно загрели. Там, по-моему, как раз у нас с каждого босса и падает, там, типа, с кого-то штаны, с кого-то грудь. Блин, я могу сюда ночью зайти в десятку и траву пособирать здесь? Да, только в пати надо быть. Ну, в смысле, они тут не резвятся, моб, если босса убьем. У тебя будет какое-то время. Да, надо профу докачать. Только Йоксарона без нас не убивает. Не резаются мобы. Тут постоянно можно траву собирать, и она резается через 40 минут. Спасибо тебе огромное. Сегодня приду сюда собирать. Рыбу хавайте. В смысле? Хоть резается. 50, и оно все резается. Ну. Поспекаться. Там трэш дальше бить.
В смысле, мы сюда не пойдем второй раз завтра? Не, мы, может, и придем, но очень поздно. Черт возьми, может, полдня, в лучшем случае. Нет, дело не в том, что хотим, не хотим, у нас просто, ну, физически не получается раньше прийти. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну, полдевятого мы постараемся, чтобы если все смогут, то будем тогда стараться к полдевятому. Полдевятого можно ходить по Москве? Да, в Москве. Там бои это. Как он? Как? Тут по приоритету сбивать дракона, потом дерево, потом... Так, нет. Не, ну просто на будущее. По приоритету дракона сбить, а потом дерево, да? Да. Не, ну с пула видно, сразу агро сбивают. Ну, то есть я типа жду, пока танк соберет, и там служи вытолкнули, потом еще какое-то время, уже у крипов пол хп и до сих пор не собрали. Потому что каждый на себя передергивает. Не, я видел. Левых или правых вначале? Славная песня не запеть, да? Так вы же распределились по поводу одного каста. Паладин дает, если у паладина нет, то тогда даешь ты. Опа, ща. Это в доте такой скилл. У Деспрофит.
Да, помню. А стан в каст не считается за прерывание? Считается. Да, я про это и спрашивал. Ману резать не надо, кому надо. Я подозреваю, канифоль на него накидывается, потому что он в луче стоит. Канифоль святого листа. Дальше, наверное, отключи отводить, потому что что-то у них большая эта область. Да. Потом получу. Просто это такое... Ну, мало ли, типа, сейчас ёбнет и пол рейда ляжет. Ага, видел, видел. Да, бревни, наверное, можно уже, не? Я пока не могу прочитать это заклинание. Пока не пьешь, не полечу. Просто жалко, у меня этот урон сильно теряется, помочь. Типа нет.
уже тут будем бить, там деревья будут путаться, а тут пустырь. Защитите оранжерею. Показываю, как ложится рейд. Верю. Дерево сзади растет. Дерево сзади растет. Уже убили. Это заклинание еще не готово. Это кристалл рядом, я их меняю постоянно.
Точно. Да. Благодарю вас, герой. Ну, хз, у меня тоже третий поход был бы. Ну ладно, ладно. Что я делаю? Мне плечи, мне только плечи либо перчи, поэтому я только тот один. Получается, ты себе анролом плечи хочешь забрать? Ну, сука. Сторима. Дерево бросить или не нужен кома? Вася, иди лови мину. А как мы же вроде на Ториум? Мы на Ториум идем? Вон тоже там. Слава, слышишь, не, мы уже, наверное, сегодня не успеем. Давайте лучше завтра. Если все завтра придут, завтра, в принципе, вполне реально. Ну да, мы просто, я говорю, мы сейчас живем как бы не дома, поэтому, да, тут уже все спать ложатся. У нас, к сожалению, возможности нет долго. Мы завтра полдевятого по Москве, завтра, в принципе, мы будем полдевятого по Москве. Может быть, даже раньше, может быть, даже раньше. А голосование проведи, Арчи. Можно даже пораньше. Даже не в 9, там, в 8, полдевятого, вот так, я думаю, будем.